дом. Чего? Кого? Бать, ты как? Давай. You said today that you can wait to turn the page. I heard you say I misbehaved and caused you pain. Tell me, can I go back in time to make it right? To make you mine, that's all I want in my life. Вот так и ходи. Сука. Ходи, так и говорю, комары кусать не будут. Полюби, полюби меня, тут нет добра. Горик из Тюрьки. Разводчики. Привет. Не, пацаны, вы охуенно амбициозны, я так скажу. Вы вот куда пойдете? Да, я Марк только что сломал молоток. Сейчас, блин, Лен, топор это сломает. Топор. Нет, он молоток убил и он сломал. Владик, помахай нам. Миша. Лена, я помахаю. Уроки кулинарии. Сейчас все будет. Мана. Все, я пошла жарить. Пока еще нет? Типа коры надолго не хватит, братан. Мана. Что скажете? Я микрофон убрала. Я журналист. Я держу, ты говоришь. Ну что я хочу вам сказать? Природа замечательная, компания тоже очень. Как бы с погодой немного не повезло, но это мелочь. Это как бы все уладится, а так все заебись. Ты еще не пьяная, но уже какую-то чушь несешь. Давай. Что у нас? Шашлычник. Да я нет. Шашлычник. Ну, в первый раз нет, это было не мило. Больше всего здесь шашлычник я. Сука, да иди ты. Я шашлыком рождался, я шашлыком жил. Когда шашлык он делал, я уже его ел. Мой первый шашлык был тогда, когда мама сказала, во, родился шашлык всем. И я его жарил. Да. Ночью я жарю не девок, а шашлык. А потом девок, за то, что я пожарил такой шашлык. Что-то перепутал. Что она сказала? С тобой спят из жалости. Кто? Катя. Опа. Алло, Роман. А тайны-то раскрыты. Ох, эти лучшие друзья. Шашлычника жена. Вы делаете такой же хороший шашлык? Лучше. Еще лучше? Да! Ты вообще еще не родилась, а шашлык уже буду готов. Да. Я не буду. Я же говорю, я лучший шашлычник в мире. Смотрите, как отличить хороший шашлык от плохой? Это плохой шашлык сейчас. Переворачиваем. Теперь смотри, показываю. Я поставил его на угол. Я. Главное, чтобы я ставил его на угол. Угол есть. И теперь я делаю ваш сахар-тамаха потуха. Лучший шашлык в мире. А больше гритонов нет? Нет, да у тебя нету. Прыгай давай! Давай, все просто туда, пацаны. Мира, что я не доплыву? Доплывешь, давай. Что пойдешь? Если доплывешь, лучше. Пока не доплывешь. Красиво, красиво. Давай.
Как тебе? Сосиски с пола, найс. Алексей, как у вас с Марком продвигается приготовление пищи? Очень дымно. Очень дымно. Ну, будет вкусно, значит. Естественно. Профессионалы готовят. Лучше попра. Водичка. Лена, можно без мата? Давай еще раз. Водичка очень хорошая. Приходите, приезжайте, не пожалеете. Купаться можно прямо сейчас. Под вечер, Прям в нос. Так, этот кай. Согласилась она, блин. Продолжение интервью поездочного. Катя. Да? Как вам? Все. Хочу есть и пить. Миша, как тебе? Че, как? Все. Все, на гитаре уже сидит. Владик. Но не сейчас. Сейчас не видно. Ром. Как? Что как? Отдых. Отдых. Где? 5-10-4. Это самая лучшая сорта. Хорошо. Эльдар, да. Как ты? Здравствуйте. Как тебе все? Нос заложен. Как тебе? Но если мало соли, еще лейкоциты вообще. Я тоже говорю лейкоциты. Я за кадром, но... Мне все нравится, все отлично. Сильно красивые, у меня очень сильно... Раньше не уебалась, блядь, вам смешно? А тут плакать надо. Миша, все хорошо? Можешь есть только лук? Или объедать вам все кости? Что считается за кости? Нет, это на земле валялось. У вас пацаны такие странные. Ага. Ну не пропадать же добро. Так-то лучше. Тоже раздражение на фоне. Я что, видел? Крот. Алексей, что вы делаете? От комаров. Пацаны, шашлычники там вот на фоне. Вы в курсе то, что, блядь, вилка не так надо пользоваться, блядь? Почему она другим концом там, блядь? У нас проблема. Нормально. Чем лучше бутербродик? Как все наливать, да-да-да. Так, длина обратно. Это кулинар. Это что-то такие, там мяски всякие, если такое.
Миша, что за дела? Мне украли. Блядь, я не хочу. Настюх, может, на стул встанешь? Да вставайте. А, это видос? Кого? Вот здесь надпись. Чего? После надписи встаем. После надписи встаем быстро. А я встану на стул и упаду, не приведи Господь. Это как кто, Катя или Лена, да, говорили? Да, да. Дайте я помешаю. И тут включается эта песня. Чеши спину мне, сука. Пожалуйста, быстро. Ну один на тем. Так у меня рука занята. Нет, это зеленый. Пойдем это. Я его ни разу не пробовал, я пробовал зеленый. Рома, красный, блядь. Алексей. А что она спросила? Я спросила, сказала. Оттуда мем вообще-то. Так. Состояние по жизни Миша. Я снимаю. Заткнулся? Ты заткнулся. Да подожди, подожди. Подожди, куда ты спишь? Теперь меня. Не надо, сука! Как приближать? У меня пиво в руке, ну подержи пиво. Сейчас подожди. Не, ну дебил, дебил. Посидеться. Я же шорты. Ох уж это сам бадя. Ёх твою мать, я не удивлен ни капли. Ну-ка, Лёха. Чё, Веснушка? Чё, алкоголик? Забуйки уплыли почти. Мишаня, иди нахуй. Смотри, видишь? Видишь? Это Лёхина пиво. Ай, как не стыдно, как не стыдно. Ай. Ладно, ну их нахуй, Настя потом порежет, короче, и уехает. Я 5 минут уже снимаю. Чё, бедолаги, готовы прыгать? Разойдись, я сказал! Разойдись! Разом дёрнули, они глотнули. Это вообще не прикольно. Я немножко напинаю. Что, вначале обладали, да? Анастасия, как ваши ощущения? В носу вода, во рту вода, везде вода. Вы не предупреждали. А как ощущения? Trapping like the narco, got dope like Pablo, cut dope like Pablo, cut dope, chop trees with the Draco, on the north got Diego. Say hasta luego, we'll be in rapping kilo, yeah. Snub nose with potato, straight out the jungle, yeah.
Trapping like the narco. Narco. Got dope like Pablo. Pablo. Cut dope like Pablo. Cut dope. Chop trees with the Draco. Draco. On the north got Diego. Diego. Say hasta luego.